Всем привет, с вами я, Portal68, и это продолжение прохождения Global Mode. В прошлой части я закончил на том, что выполнял квест «Нежить на погосте». Я, в принципе, сделал все необходимое, вот только вот забыл сдать квест Торлофу, ну и поэтому сейчас я отправлюсь назад. И да, я немножко подсмотрел в интернете прохождение этих квестов, ну именно что. Я подсмотрел и следующее, что к проходу в долине родников идти, в принципе, не обязательно. Мы и так, в принципе, знаем, что Файлер отправился туда, а это означает, что он, скорее всего, отправился в долину родников. А если он отправился в долину родников, то это означает только одно, что он заполучил ключ. Ну а ключ, понятное дело, он украл у лорда Хагена. То есть не обязательно туда идти, высматривать, искать там его. Можно сразу прямиком отправиться к лорду Хагену, ну и сообщить ему о том, кто украл у него ключ. Так, ну сейчас давайте поговорим с Торлофом и сдадим ему задание. Получаем 400 опыта и 500 золотых монет. Так, Ран сказал, что я отсиживался за спиной у него. Но, честно говоря, это так и есть. Так, квест, значит, у нас завершенный. Так, я получил свою награду, но при этом хитрец Ран сказал, что я отсиживался за его спиной. Надо преподать ему урок. Ну что ж, давайте попробуем преподать ему урок. Хотя, честно говоря, не знаю, получится ли у меня это нормально сделать или нет. Ну, вы видели, по крайней мере, в прошлом эпизоде, как он хорошо расправлялся с нежитью. Поэтому как он расправится со мной? А что, скажешь? Нет? Всю грязную работу пришлось делать мне. Вынимай оружие. Мы положим конец этому здесь и сейчас. Так, ну что ж, давайте попробуем. Буду расправляться этим простым способом. Не кончи его! Не знаю, где его. Покажи его! Неплохо! Да. Пусть! Ну ладно, давайте сделаем как-нибудь это потом. Самое главное, что квест сейчас завершен. Действительно, как я и думал, это сделать довольно сложно. Ну и поэтому я оставлю это на потом. Не буду пробовать с ним сражаться по 10 раз, не буду тратить свитки. И сделаю это действительно потом. Так, ну и сейчас давайте отправлюсь тогда к лорду Хагену. Но прежде я сдам квест «Пропавший послушник», поскольку я его нашел. Так, ну а... квест «Ритуальный клинок» я пока что завершить еще не смогу. Я должен буду найти этого самого Файлера. Скорее всего, сейчас он находится в долине родников, по крайней мере, я так думаю. Но если он отправился туда, где он еще может быть? Тем более, что я почитал в интернете, я почитал только вот это вот, ну, и еще кое-что одно. А именно, я еще почитал прохождение вот этого вот квеста. А, сейчас. Квеста «Шпионаж за магами воды». Дракаш хочет выяснить, чем занимаются маги воды. Так вот. На самом деле, оказывается, я все это время очень и очень сильно тупил. Ну, с чем тупил? Потому что квест мне дал Дракаш. Он отказывает идти к Нарсусу. Ну и дал мне вот это вот задание. А я-то думал, что мне Нарсус дал это задание. Ну я тут это... Не знаю, как... Удивлен, так хожу к нему это. Выполню там что-нибудь магов воды. Хожу, проверяю. Это хочет он со мной говорить или нет. Оказывается, я все давным-давно уже сделал. Для этого достаточно выполнить, ну, самые простые задания. Во-первых, найти, по-моему, полностью весь орнамент. И, во-вторых, выполнить квест-портал. А, стоп. Квест-портал, нет. Я его, похоже, еще не завершил, да. Надо для этого уже надо вступить в кольцо воды. Нет, похоже, я еще не смогу, но все-таки я поговорю, попробую с Дракашем. Сейчас я отправляюсь в город, ну и по пути я заодно тогда заскочу к монастырю для того, чтобы завершить квест по поводу пропавшего послушника Верона. Ну и заодно еще заскочу в таверну Орлана. Ну, для того, чтобы еще, может, что-нибудь интересное узнать по поводу квеста «Ритуальный клинок». Я выяснил довольно много информации, может быть... Не знаю, я, по крайней мере, предполагаю, не стоит туда зайти. Я не знаю насчет этого, вот я, честно говоря, ничего в интернете не смотрел.
Ну и в принципе после этого я смогу уже вступить во вторую главу, после того как я скажу Ардухаину о том, что я знаю, кто крал ключ. Так, Морт. Нет. Как и думал, он ничего нам не скажет. Ну что ж, тогда давайте сейчас отправляюсь к монастырю. Потом от монастыря тогда отправляюсь в город. Думаю, что в этом эпизоде я уже вступлю во вторую главу прохождения. По крайней мере, я так думаю. Ну, вроде все необходимое я выполнил. По крайней мере, я узнал, кто украл ключ. Ну-ка, а тут в прохождении сейчас. У них в прохождении это тут. Типа имени Фаллер недавно отправился в Менталь. Думаю, это он украл ключ у Хагена. Так, ну это я и так понятно знаю. Так, кто-то выкрал ключ у прохода, Хаген. Хочет, чтобы я узнал. Ага, узнал имя вора. То есть не нашел его, а узнал просто. Ну, значит, в принципе, все. Я задание уже, можно считать, выполнил. Осталось только поговорить с лордом Хагеном. И да, я буду очень рад, если я вступлю во вторую главу. Действительно. Уже прошло сколько? Какой последний? 43-й эпизод. Это получается 44-й эпизод у нас уже идет. Эпизодов уже вышло довольно-таки много, а я еще до сих пор в первой главе. Если будет такими темпами все идти, то эпизодов 200-300 точно получится. Но мне столько не надо, я хочу максимум 50 пройти примерно где-нибудь. Так, ну теперь давайте расскажем о Вероне. Так, получаем 320 опыта. Что с ним случилось? Так, он перешел на сторону зла. Не может быть так. Теперь ты маг огня, поздравляю, ну все. Спасибо тебе и так далее. Итак, квест мы завершили. До нового уровня осталось тут буквально немного, даже чуть меньше 2000. Ну, думаю, сейчас как раз тут завершу квест, значит, по поводу пропавшего ключа. Потом что? Ну, пока что, в принципе, все. Больше пока что ничего не смогу завершить. Но все равно останется тут не так много опыта мне получить. Так что новый уровень будет уже очень и очень скоро. Не знаю, сколько я опыта получу за этот квест. Но мне кажется, что как минимум это опыта 500 я должен точно получить, поскольку, видите, этот квест был довольно-таки запутанный. Сразу говорю, для того, чтобы выполнить этот квест, нужно было выполнить еще целую кучу других квестов. Ну, по идее, я должен был выполнить их еще вообще в самом-самом начале игры, но я это не сделал. Ну, не знаю почему, потому что я в основном занимался тем, ну, то, что знаю. То, что знаю, как раз вот идеально прохожу, тут все знаю, вам все показываю. А вот то, что есть что-то новое, вот. С этим я просто так не могу. Вот первый раз у меня всегда так. Я нормально, ну, то есть, как сказать. Ну, первый раз у меня все это вот пройти не очень просто, там возникают различные проблемы и так далее. А если квесты вот такие вот запутанные, как в глобал моде, плюс толком иногда еще даже ничего не объясняется, понятное дело. Но когда я прохожу второй раз, то я уже все идеально тут знаю, могу объяснить там и так далее. Тут мне уже все гораздо более проще. Так, ну сейчас я решу отправиться через телепорт, чтобы немножко сократить путь. Хотя я его, в принципе, сократил не так много, поскольку шел еще до того телепорта. Но все же, немножко путь я все-таки сократил. И вообще, я, наверное, больше сейчас жду третьей главы, когда появятся у меня уже руны телепорта. Да, они появятся у меня, начиная с третьей главы. Постепенно будут появляться, ну и... Эй, ты! В этой главе появится уже большинство рун телепорта. Так, ну и сейчас давайте все-таки скажем ему, что я выяснил. Похоже, все-таки квест я смогу сейчас завершить. Маги воды нашли портал, ведущий в неисследованную часть острова. Это правда? Ты меня не обманываешь? Почему ты так думаешь? Значит, это правда. Они нашли портал Аданоса. Я уже в пути. Так, ну все, в принципе, задание, как мы видим, выполнено. Я просто все это время мимо него проходил и даже не думал о том, чтобы поговорить, тем более, что все было написано вот тут вот. Все было написано здесь.
Ну, квест уже, правда, выполнен. Если бы я не, видел, не знаю, почему я в голову себе вбил то, что дал мне это задание Нарсус, не знаю. Так, ну и сейчас, значит, давайте тогда пойдем прямиком к лорду Хагену. Вот мне осталось в итоге получить уже сколько? Уже мы видим, мне осталось получить 1500 опыта. Ну, видите, опыт сейчас я получаю довольно быстро, потому что квесты идут запутанные, опыта дают за них очень много. Так, ну сейчас я поговорю, может получу еще 500 опыта. Останется всего лишь 1000 опыта, ну что 1000. Аданас понял, 1000 опыта для меня это не так много. Ну, ничего. Считайте это сколько. Света, это считайте убить 10 падальщиков и еще там. Кого? Так вот за шершни сколько дают? По 30 собой. Примерно. Ну считайте. Оли, не по 30, не помню уже. Ну считайте, значит, сколько. Я не был бы там. Ну шершни так, 5, ну и падальщиков 10. Все, уровень вам обеспечен. Так, не туда пошел. Так, ну сейчас, значит, я направляюсь снова к лорду Хагену. Надеюсь, что теперь я точно вступлю уже во вторую главу. Надеюсь. Итак, значит, давайте теперь сохранимся. Я очень надеюсь, что это так и будет. Что, всего 90 опыта? Так, тут негодяй, Фаллер. Так. Я щедро заплачу тебе, если ты отнимешь у него ключ и вернешь мне. Что насчет твоего обещания? Я дам тебе ключ от ворот прохода. Однако тебе самому придется решать, как пробраться через толпы орков. Да защитит тебя Иннос. Ну что ж, поздравьте меня, я вступил во вторую главу своего прохождения. Вторая глава называется «Возвращение в колонию». В принципе, от этого ничего не меняется, первая глава или вторая. Но все же, я этому очень рад. Всего в игре будет 6 глав. Да, 6, если, конечно, не добавили никакой дополнительной главы в глубоком моде. Сразу говорю, что с началом второй главы в игре появилось довольно большое количество различных квестов, новые товары у торговцев, ну и всякое такое. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому сейчас, что мне надо будет сделать, это обойти всех торговцев, особенно Зуриса, поскольку у него точно должен появиться какой-нибудь напиток, который прибавляет максимальные характеристики. Ну и заодно это обойти там некоторых людей, я, в принципе, знаю, каких надо обойти. Так, например, первый человек, это будет Лютера. Ну или Лютера, в принципе, разницы нет, как его называть. У него я могу получить задание на добычу одних интересных когтей шныга. Это задание мы сможем выполнить как раз в долине родников, куда я сейчас, в принципе, планирую отправляться. Эй! Меня зовут Лютеро, я торгую практически всем. Какие товары ты предлагаешь? Ну, в основном редкие и необычные вещи. Я готов удовлетворить даже самые причудливые прихоти моих клиентов. Ты ищешь что-нибудь конкретное? Да, для одного из моих клиентов мне нужны когти снеппера. Но не просто обычные когти. Это должно быть что-то особенное. Когти очень большого зверя, убившего много людей, например. Где мне найти снепперов? На этом острове они встречаются повсеместно, но большинство из них живет в долине рудников. А что я с этого получу? Я могу дать тебе кольцо неуязвимости. Я посмотрю, что можно сделать. Покажи мне свои товары. Так, ну вот, в принципе, все, что он сейчас продает. Немножко напитков ускорения, немножко перекати поле, немножко свиток забыть, свиток сна, довольно полезный свиток. Потом он продает также вот эти вот книги, двойной блок и оборона южных земель. Сразу говорю, книги очень и очень дорогущие, но каждая книга прибавляет плюс 5 к владению одноручным или двуручным оружием. Книга оборона южных земель плюс 5 к одноручнику. Книга двойной блок плюс 5 к двуручнику. Остальное тут в принципе ну не так важно. Итак, вот я получил первое задание. Второе задание я буду брать у Фернандо. Пока что я его, как и говорил, не буду никуда сдавать. Я возьму у него задание. В
помощью которого я получу амулет. Задание очень легкое, я должен в принципе... Эй ты, подожди минутку. Ты ведь направляешься в долину рудников, да? И? Я хочу предложить тебе сделку. Ты приносишь мне доклад о том, что там происходит с рудой, а за это я дам тебе кольцо, которое повысит твои жизненные силы. Я посмотрю, что можно сделать. Так, ну вот, я уже, в принципе, даже ничего не буду объяснять. Вы сами все слышали. Только, похоже, я ошибался, и он даст мне не амулет, а кольцо. Ну, в принципе, ладно. Никакой разницы от этого нету. Так, ну сейчас давайте еще раз поговорим с Глерио. Понятия не имею. Скажи мне. Нет, похоже, все-таки он деньги мне дает один раз. Так, ну что ж. Я бы так не смог. Тогда, значит, сейчас давайте сделаем так. Так, ну давайте сейчас тогда заскочим к Басперу. В общем, обойдем всех, кого знаем. Так, это кто стоит тут? Здравствуй, добрый человек. Не поможешь ли старому больному моряку парой монет? Я бороздил по всем морям Миртаны. Видел такое, что тебе и не снилось. А теперь вот вынужден просить милостыню. У меня сколько? 100 монет будет в самый раз. Ну что ж, давайте дадим. Вот, держи. О, спасибо тебе, добрый человек. Прощай. Подожди, ты помог мне, и я не останусь в долгу. Возьми вот эту старинную монету, она принесет тебе удачу. Когда-то я нашел ее в бухте прибрежного острова, недалеко от Хариниса. Но в своей жизни я совершил слишком много злодеяний, и Инос прогневался на меня. Монета мне не помогла. Я вижу, ты хороший человек. Возьми ее. Спасибо. Запомни, ее всегда нужно носить с собой. Только тогда она будет действовать. Так, итак, значит, я получил от него какую-то монету, так, это случайно не она ли? Да, она, мне что-то кажется, что это связано с квестом «Древний культ», я так думаю. Нет. Ну-ка, подарок нищего в городе. К мне подошел нищий, сказал, что он бывший моряк, я дал ему пару золотых, за что нищий подарил мне монету, приносящую удачу. Чтобы она действовала, нужно... всегда носить ее с собой. Ну что ж. Всегда носить с собой, будем носить. Мне действительно что-то кажется, что это связано с квестом «Древний культ». Ну и там, ну, на этом я, наверное, буду уже заканчивать этот эпизод. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. На следующем эпизоде я тогда обойду здесь торговцев, Хариниса, ну и... тех людей, у которых можно взять различные квесты. Ну а после этого, наверное, вступлю в кольцо воды. Всем пока!